Здравствуйте, дорогие подписчики. Ну, мне уже, конечно, надоело немножко дурачиться. Вот я хочу поговорить с вами на серьезную тему по поводу утепления зимой. Вот мы с моей подругой решили утепляться. Нам предупредили, что зимой будет очень холодно в квартирах. И мы заказали на таком вот сайте, смотрите, какой позитивный пакетик, такие интересные штучки. Сами не знаем, видели только чисто визуально там на людях. И я случайно нашла в интернете. Думаю, надо показать. Вот. И нам пришел такой подарок. Такие большие. Ой. Наверное, придется... Нет. Вот. Первый. Смотрите, как здорово упаковано, солидно, прям. Фил, чувствует себя тепло, как обнявшись, как будто тебя обняли. Так, да, сложненько. Наверное, попрошу помощи у своей подруги. Нет, это не распаковывается. Ну, то есть вы можете поверить, что это действительно первый раз. О, это мое. Так, здесь нужны, конечно, ножницы. Потому что это упаковано вакуумная упаковка какая-то. Не буду рвать. Надеюсь, что я ее открою так. Сейчас мы туда пустим воздух. Мне тяжело, конечно. Я молодец. Мякушка. Плюшевая. Там было написано, что у него внутри там мех. Резать ничего не будем, красиво распакуем, а вдруг придется вернуть. Так. И что мы видим? Боже мой, какая... Вот такая вот штучка, как и заявлено было, мех внутри. Внутри мех тепленький, с длинным рукавом, размер безразмерная. В общем-то, практически теплое одеяло. Можно сидеть в нем вечерами, выходить на улицу, если собственный дом, там на террасу посидеть, на балкон. И если где-то отдыхаете на море, прохладная погода, тоже можно выйти, посидеть вечером, кайф половить, попить теплое. Еще заказывали носочки, должны прийти, но, наверное, они другой. Потом, наверное. Сейчас посмотрим. Какие-то. Ага, да, и вот такие носочки. Тоже тепленькие. Цвет. Безразмерный. С шерстью. Давайте это. Боже, и какие позитивные. Именно в осеннюю погоду солнышко светит радостное. Посмотрите. Прикольные. Уже частично утеплилось. У меня есть валеночки.
Вот я буду туда надевать эти носочки и валенки. И думаю, зимой мне будет тепло. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И заходите еще, потому что я потом его надену, примерю, и вы посмотрите, как он выглядит. И я поделюсь своими впечатлениями.